Привет, друзья! Привет, YouTube! У меня сегодня просто обалденные новости, потому что пришла моя долгожданная посылочка из Лондона. Шесть месяцев я ждал эту посылку. Прямо меня переполняют эмоции. Сейчас вы вместе со мной увидите, я еще сам не видел. Это мечта моей жизни, и это просто моя самая любимая и популярная группа, на которой я воспитывался. Ой, ну не буду больше тянуть, давайте откроем эту посылку и вместе с вами посмотрим. Я реально не могу. Вот она сегодня пришла. 6 месяцев, ребята, 6 месяцев. Читаем все. Brand Made Guitars. Это копия гитары гитариста Queen, Brian May. И не просто копия, а копия с его личным автографом для меня. Давайте откроем эту посылку. Просто я не могу ждать уже. Давайте. Я ее еще не открывал. Так, это у нас... Что у нас тут? Протиралочка, чтобы протирать гитарку. Сертификат от его компании. Фух. Давайте уже это откроем. Давайте, я не могу. Я мог купить эту гитару давно, но я просил, чтобы на ней поставили автограф. Бедный Брайан очень долго болел. У него болели ноги, мы сделали недавно операцию. И он наконец-то добрался и смог подписать эту гитару. Та-дам! Та-да-да-да-да-дам! Это круто! Это круто! Это мою коллекцию! Это... Все, это память на всю жизнь. Ребята, 2020 год. Подарок с Новым годом от Брайана Мэя. Дед Мороз, ты существуешь. Это чудо. Так, сейчас мы ее настроим. Ой, ребята, как я счастлив. Это автограф самого Брайана Мэя. Немножко предыстории. Дело в том, что когда мы писали серию «Маша и Медведь» про хоккей, режиссер решил использовать музыку группы Queen, а именно «We are the Champions». И мы решили купить права у группы Queen. Компания Animacord обратилась к правообладателям, а именно группе Queen, чтобы они нам продали права на использование этой известной песни. Но ребята там непростые. Они сказали, прежде чем вы купите права на эту песню, мы хотим услышать аранжировку, как она будет исполнена. И мне пришлось реально сначала делать аранжировку, потом ее утверждали в Лондоне, и только после этого были куплены права. Я очень хотел, чтобы я эту композицию сыграл именно на этой гитаре. Но так как я заказывал эту гитару и очень долго ждал, мне пришлось для мультфильма записывать эту тему на другой гитаре. Но сейчас я ее обязательно перезапишу и сделаю отдельное видео целиком этой композиции специально для вас, мои подписчики. Уже все будет исполнено, как должно быть на самом деле. Ну давайте ее хотя бы включим и послушаем, как она звучит. А, давайте. Queen! Брайан Мэй играет только 10-пенсовыми монетами. Oh,
Короче, друзья, будем разбираться, будем писаться. Я реально счастлив, что наконец-то спустя 6 месяцев я получил долгожданную мою посылочку. Надеюсь, что Брайану понравилась моя аранжировка и сам мультфильм «Маша и Медведь». Поэтому вы сами видите его настоящий автограф. Подписываемся на канал. Спасибо всем. Чао! Рок-н-ролл!